Прекрасное утро. Вчера мы до Джиляо не дотянули, встали лагерем на берегу. Вот по этому ущелью мы идем вверх. Травка меняется. Здесь ковер позеленее, поплотнее, но высота травки никакая. Ну, недостаточная. Вот, лошадка ходит здесь. Пойдемте к речке. Поздороваемся. Хрусталь. Как будто тропа набита. Ходят животные. И хорошее место для стояночек. И что скажу? Что мусора вдоль берега нет. Но есть исключения. Вот похоже на костровище. Это банки пива, а это газовый баллон. Давайте угадаем вместе с первого раза. Газовый баллон от местного жителя здесь или от неместного жителя здесь? Молодцы, ответ правильный. И тот, кто оставил газовый баллон, еще подарил природе вот эту бутылочку. Араки. А так нет. Ни фантиков, ни бумажек, ни стекол. Прекрасно. Прекрасно. Сейчас поедем дальше. Вперед. Поехали дальше. Обо не похоже? Да, обо. Обо? Обо? Да. Так много? Много. Ага. Обо. А вот там Багдад говорит... Это не обо. Нет, это не обо. Нет, 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 это не обо. Нет. А зачем столько камней принесли? Ну, старые там. Люди. Да. А, могилки. Могилки, да, понял. Могилки. Это... По мусульманскому обряду. Да, ага. Могилки. Это хорошее место. С видом на реку. Сухое. Багдад говорит, что вот там фабрика по добыче вольфрама. И как раз мы ехали, и были столбы. И вон они идут. И видно, там они закончатся. Столбы нашу картинку немножко портили. Виктор, ты говоришь, вольфрам добывают тяжело? Да, сухим бурением. Сухим бурением? Да. Даже такого не слышал никогда. Ну, я слышал, что люди, которые работали, говорят, тяжелая работа. Обычно бурят, когда заливают воду, что то самое. А здесь вот и бурят, и бурят, и бурят. Понял. А та, ты говоришь, вольфрам до лампочки идет, да? Да-да-да, всему миру лампочки нужны.
если на светодиодные не перейдем. В оборонку, наверное, да? Так, да, да, вижу, да, он стоит, да. Он весна здесь. Весной? Да. Да, там ручей течет. Да. Он на берегу ручья. Весной здесь. Да, здесь. Вот та тара, которая будет там, на Джайлау, там зимой, весной здесь, да? Да. Пастушок-то какой? Ему 8 лет. Маленький. Маленький. Вот она, фабрика по добыче вольфрама. А вот поселок для сотрудников. И еще какой-то дом в 2 этажа стоит. Лицом на речку. Это директор, наверное. И он не стал со всеми рядышком, а отошел в сторону. Яки мохнатые, но сейчас они не очень мохнатые, в зиме будут мохнатые. А вон лошадки наверху. Да, да, да. Яки красивые, они какие-то добрые, добрые такие. Гуанс! Да, высокий.